Доброе утро! Меня часто спрашивают, нужно ли возить с собой паспорт транспортного средства и что делать, если потерял его или ПТС пришел в негодность. Действительно, паспорт транспортного средства зачастую водители не возят с собой и вспоминают о его существовании только в тот момент, когда приходит время продавать машину. Если в ПТС закончилось место, то продать автомобиль невозможно. И заменой ПТС занимается владелец, который последним вписан в предшествующий паспорт. Государственная пошлина за замену ПТС составляет 800 рублей. Необходимые документы. Паспорт гражданина Российской Федерации, квитанция об уплате государственной пошлины, старый ПТС, полис ОСАГО и заявление, которое составляется на стандартном бланке. Указанные документы должны быть поданы в регистрационное окно ГИБДД. Замена паспорта транспортного средства осуществляется в день обращения. Однако в некоторых случаях могут потребоваться дополнительные проверки, которые могут занимать до 30 дней. Например, при изменении фамилии владельца транспортного средства нужно лишь внести изменения в ПТС. Замена документа не требуется. То же самое касается и изменения других личных данных собственника. Замена ПТС – довольно простая процедура. На практике она не должна отнять у вас много времени. Всего доброго. До встречи.